Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Всем, кому не хочется вкладывать больших денег в дачу, но при этом хочется ее как-то оригинально, не так, как у всех, оформить, предлагаю вот такой вид ограждения для клумбы. Он, как всегда, сделан из подручных материалов. На данный момент клумба у меня еще не оформлена. Мы только предполагаем, поэтому здесь немножечко молодых растений. И по всему периметру вот такой яркий-яркий заборчик или ограждение. Понадобятся нам любые банки. Металлические, стеклянные, но обязательно с крышкой. В них можно добавить землю, песок. Я ничего не добавляла, абсолютно пустые. И выкладываем мы их, выставляем на песок и щебень. Специально для видео я оставила небольшой кусочек недоделанный. Вот эта банка. Что же нам после этого надо? Смачиваем ткань. У меня это была простыня, и это была хлопчатобумажная скатерть. Смачиваем в цементе. В данный момент у нас раствор один к одному. Один цемент и один песок. И аккуратно растягиваем по всем баночкам. Баночки расставим по периметру как нужно. И эту ткань смоченную растягиваем по баночкам. При этом так, чтобы ткань была, приближалась к земле. И даже подворачиваем под баночки. И даем этому просохнуть. Я уехала с дачи, посадила растишки. И вот эти наши цветочки, растишки начали приниматься. Приехала через определенное время. Проверила, что эта конструкция уже полностью сухая. Она неподвижная. Но все равно в местах, где есть ткань, я ее делала специально структурированной. Так, чтобы это не была ровная дорожка, а были какие-то разные сжатости. Специально их сжимала. И вот теперь сверху мы сделаем второй слой. Но прежде чем делать второй слой, мы покроем сеткой. Сеткой, которая будет служить, ну, вместо арматуры. Снова вас удивлю. Сетка. Сетка из-под фруктов, из-под овощей. Такую вы часто покупаете в магазине. И прежде чем выкладывать второй слой ткани, мы эту сеточку натянем на банки. Ну а уже сверху второй слой. Второй слой смоченной ткани тоже один к одному в растворе. Разукрашивала я снова аэрозольными красками. При этом контур еще обсыпала по краю маленькой щебеночкой и ее тоже подкрасила. Это ограждение, этот заборчик для клумбы служит для того, чтобы трава не так проникала на саму клумбу. А также, если хорошо залить клумбу, из нее не будет вытекать лишняя влага. А то есть для растишек, для цветочков будет достаточно влаги, даже если я буду уезжать из дачи. Что касается прочности. Конечно, бордюр, который сделан у нас по моему методу, намного прочнее и на более длительное время. У такого заборчика менее короткий срок, но при этом все равно он будет выполнять свою функцию. Ну а клумбочку мне осталось теперь населить всякими цветочками. Всем, кому интересно и у вас появились вопросы, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!